люди будут изумились, а он могу упереть. Сегодня мы вместе с вами приехали в мой любимый скейт-парк. Правда, он немножко задребащенский, потому что сломанный. Но виды здесь просто бомбезные. Кстати, тут абсолютно новый квотер. То есть поставили новый квотер. У него теперь заезд не вот такой, а вот он плавный. То есть 90 градусов нет. Но он стал, короче, плавнее. Заезжать на него приятнее. И сам по себе он самый-самый новый и самый-самый идеальный из всех фигур, которые тут есть. Поэтому погнали кататься. Давай в скат вип. Ой, бар на вип. Не сделаешь? А вип на бар? А просто бар? А, ну ладно. О, можно в две. Все, сейчас в две. О, два в стол впервые. Ой, зацепился днищем об этот, об край стола. Ну а теперь минутка рекламы. С начала учебного года я решил записаться на репетиторов, потому что 9 класс и совсем скоро будут экзамены. Я выбрал репетиторов из развивающего центра мышления. Их фишка в том, что они все молодые ребята и отлично объясняют все темы. Заниматься вы можете как индивидуально, так и в мини-группах с 4 по 11 класс. Лично я занимаюсь математикой, химией, физикой, белорусским и русским языком. Но по моему промокоду EvanCool вы получите лично от меня бесплатный урок. Поэтому переходите по ссылке в описании и пишите им. О, в одну ротор вип. О, смотрите, три хила сейчас будет. Оп-оп-оп. Ура! Это было изи. Смотрите, крутой стрит-трюк. Блин, фейки не получилось. Ветром сдует, тут большой ветер. Смотрите, вот сейчас будет, сейчас будет. С первой и без бичей. Ну, короче, вы видели, один раз получилось и хватит. Просто не сильно пока что получается держать фейки во время трюков. Вот если просто ехать фейки, я, да, я буду ехать долго. А если нужен какой-то трюк, это нужно ловить идеально ровный баланс. Знаете, что я понял? Я понял то, что лучше делать трюки на фейки, именно когда ты сразу делаешь фейки, без ванетти. Ну, вот, то есть, смотрите, вот так. Подъехать, удариться. Ой, зацепил, просто перекрут был. Давайте еще раз, смотрите. Подъехать, удариться, вип и выйти. Это намного легче, чем делать с ванетти. Я, наверное, даже могу на бар попробовать, на фейки бар, смотрите. О, было близко, давайте, нужно сделать, нужно сделать. Вот, было. Вы сказали DS вип, давайте, да, реально DS вип, смотрите. Не, на фейке DS вип как-то сложно делать, смотрите. Но не получается так крутиться. Оно вип крутится, а сам крутануться не можешь, я не понимаю почему. Это интересно, это прикольно будет трюк, если его выучить. Не получается крутиться телом. Ты то есть едешь назад, тебе нужно думать о том, как бы не упасть, и при этом еще 180 крутануть. Ну вот все, сейчас последняя попытка. Если не делаю, то будет плохо. А если делаю, то крутой чувак. Ну, просто плохо. В прошлом году, в конце лета, я вот здесь пробовал делать два випа. Давайте попробуем сейчас. С дропа не факт, что сделаю. Но вот сейчас будет точно. Ну, это 100%. Кстати, я научился так делать два випа после того, как я их сделал с бордюра. Я катался, я один раз сделал с бордюра, у меня даже в инстаграме был сторис. Кто видел, тот крутой чувак, а кто не видел, подписывайтесь, чтобы видеть. После того, как я застабилил два випа, я его уже плюс-минус стабильно делаю в дроп, просто с бордюра, я начал учить вот этот трюк, ротор вип. Он у меня пока что, вы сами видели, как получается, в одну ногу, в одну руку. Мне говорят, то, что если я начну ловить бар в две руки, тогда и нога на вип тоже сама с собой подтянется. Я вот то есть делаю так, у меня почти долетает, я уже почти что ловлю, и только потом начинаю бар. И мне говорят, если я буду бар сразу в две ловить, тогда у меня нога
та, которая не ставится, она должна подтянуться сама. Друзья, кстати, как только мы сюда приехали, тут было максимум 3-4 человека, а сейчас посмотрите, сколько поприезжало, наверное, человек уже 15. Я думаю, либо это все мои инстаграмовские подписчики, либо один инстаграмовский подписчик и рассказал всем своим друзьям. Ладно, погнали в стрит-зону, а то мы там за сегодня еще ни разу не были. Давайте попробуем два випа на плазу. Сейчас попробуем. Все, смотрите, сейчас сделаю туда на плазу два випа, а потом со ступ вип. О, было четенько. Впервые, кстати, сделал два випа на плазу. Но это все потому, что я у нас тренировался и с бордюра делаю стабильненько. Друзья, короче, мы придумали небольшой план. Нам сейчас нужно так тихонечко уйти, чтобы за нами никто следом не пошел. Короче, мы сейчас уйдем, а потом в инстаграме я засниму сторис, в котором будет небольшой розыгрыш. Но нам сейчас нужно максимально тихонечко уйти, чтобы никто даже этого не заметил. Погнали. Покатались мы в скейт-парке, и я решил устроить конкурс на свой любимейший самокат «Зефир», на котором я откатал, наверное, среди всех самокатов больше всего. Самый легкий, самый хороший и раньше был для меня самый удобный самокат. Я сейчас коплю на новую видеокарту, пытаюсь потихонечку от этих самокатов избавляться, но их никто не покупает, поэтому сделаем кому-нибудь добро. Сейчас будем его разыгрывать. Друзья, мы посовещались с вот этими чуваками, и они нам предложили наш самокат спрятать, а в инстаграме выложить место, где он лежит. Но победитель его заберет. Только перед этим нужно снять мой браслетик. Мне этот браслетик подарил подписчик со скейт-парка. О, не, с ним дисбаланс. Он весит где-то грамм, наверное, 10. С ним труднее крутить. Ладно, это шутка. Спасибо. Не за что. Крутяк. Кстати, друзья, мы еще до сих пор ищем. Мы не можем найти место, где спрятать. Вот, в принципе, можно было бы вон закинуть все кусты, а тут сидеть на лавочке. Ее хорошо видно. Да приближение давай. Максимум. Максимум? Да я на телефон сниму белку. И дядя какой-то. О, блин, белку испугали. Все. Ребята, я придумал место. Погнали. Итак, вот я уже иду ставить самокат. Сейчас покажу, где он будет. Нужно там, где никто не ходит, там, где никого нету. Вот, к примеру, здесь. Вот, смотрите, самокат лежит здесь. Вот тут всякие аттракционы. А с этой стороны какая-то сцена. Все, спрятал. Если бы я на этом самокате катался сейчас, и мне бы пришел какой-то новый, то мне бы было жалко, потому что я был бы привыкший к этому самокату. А так, не знаю. Жалко не так сильно, потому что я на нем пробовал кататься, я на нем не могу сейчас делать те трюки, которые умею на этом, потому что не сильно удобно. То есть я уже от него отвык, но все равно как-то его жалко. Смотрите, пока ждем, я покатаюсь в флэт. Можно попробовать сделать два випа в одну. Я это даже сделаю во флэт. Нет, сейчас не докрутил, слабо прыгнул, слабо. Не дотягиваю ногу, не могу докрутить. Ладно, давайте те трюки, которые я умею. Вон эти бар на фейки бар, давайте попробуем. А, нет, бич был, все, уже не считается. Блин, а сейчас испугался. Вон эти вип, смотри, вон эти вип на фейки вип. Перекрут. Вот этот раз будет. Блин, получился просто вон эти вип. Во флот трюках так устаешь. В парке намного легче кататься. Друзья, это капец. Сообщение висит почти полчаса. И за эти полчаса до сих пор никто не пришел. Помните, у нас когда-то был розыгрыш на призы от Tail Whip? Вот мне кажется, мы сейчас опять 4 часа ждать будем, как и в тот раз. О, нет, смотрите, какие-то тети идут. А, нет, все, тети ушли. Тут. Давай просто бар. Видели, как я научился быстро перехватывать? Я моментально кручу. Я сейчас, знаете, как пытаюсь сделать бар? Я его пытаюсь сделать так, подпрыгнуть, и только тогда, когда начинаю падать, перед самой землей крутить. И тогда я научусь его правильно крутить и смогу крутить сразу же, как вылетаю. И тогда будет очень легко делать трюки с комбинациями. Ой, тут целая куча людей идет, целая-целая куча. Оп-оп-оп, самокатеры из нашего скейт-парка. И нас еще кто-то нам махает, что-то там руками мажут, что-то.
рассказывают. Оп, смотрите. Самокатеры нас заметили, заметили то, что снимаем. Растерялись. О! Все. Вот наш победитель. Урвал. Молодцы, давайте. А как ты поедешь домой? У тебя два самоката, ты с двумя. А, с другом? Ну, крутяк, рад. Да, я очень рад. Наконец-то моя мечта. Крутяк, что я скажу. Спасибо огромное Эванкулу. Моя мечта осуществилась. Вот смотри, мужик целится на мой самокат. Смотри. А, все. Поскольку наш победитель забрал наш самокат, сейчас мы вместе с ним пойдем кататься в стрит. Давай киклис. Два випа. Один. Анкиклес. Да. Сейчас два випа в одну. О, ну было. Ой. Вон эти бар давайте, смотрите. Ой, за шорты зацепился, пока крутился. О, сейчас сделаю, наверное. Ту-ту-ту-ту-ту. Ну, это было близко. Смотрите бар. Ой. Блин, криво как-то схватил, но был. Блин. Сейчас. Не, это был плохой. О, вот это был плотный, хороший был. Смотрите. Все, смотрите, ротор вип. Но словил я плотно, я еще пока летел, я уже вип словил. Я так тоже умею, но не хочу. Поэтому я буду ротор, смотрите. Блин, криво. Смотри. Да не получается, я не понимаю, как его толкать обратно. И вот, друзья, время расходиться. Наши дороги расходятся. Победители едут домой. Ну, а мы сейчас поедем в хинкальню. Если там будет что-нибудь интересное, подснимем. Вот это была хорошая. Спасибо. Даже тетя похвалила. О! Че? Дим, все, спрыгивай. Капец, а я тоже хочу. Так оно нормально держит. Можно, я думаю, даже быстрее попробовать. И там спрыгнуть, чтобы, если что, головой об эту. Конечно, грустно то, что отдал самокат, но радует одно. То, что он достался в хорошие руки и достался моему активному подписчику из Инстаграма. Так мог забрать кто угодно, если бы он был в сети и быстренько пришел, как это успел сделать Серж. На этом мы, пожалуй, закончим. Не забывайте подписываться на канал, обязательно ставьте лайки, пишите в комментариях какие-нибудь легкие трюки на самокате. Ну а также подскажите мне, как побыстрее сделать ротор вип. Всем пока!